Подал декларацию и живи спокойно. 30 апреля – последний день, когда можно заявить в налоговую о своей прибыли. Декларацию 3 НДФЛ подают в том случае, если ведется деятельность индивидуального предпринимателя в случае продажи недвижимости, квартиры, дачи, приусадебного участка, которыми вы владели менее 5 лет, а также транспорта, который был в собственности менее 3 лет. Если автомобиль продан дешевле, чем был куплен, декларацию все равно подавать нужно. Но в этом случае налогооблагаемой базы не будет, то есть налог платить не придется. Обязанность в представлении таких деклараций имеют индивидуальные предприниматели, отчитывающиеся по общей форме налогообложения, нотариусы частные, адвокаты, арбитражные управляющие, а также физические лица, получившие доход от аренды, от продажи движимого и недвижимого имущества, находящегося в собственности менее минимального предельного срока. Подать декларацию можно лично, обратившись в налоговую по месту регистрации, а также через МФЦ или личный кабинет на сайте налог.ру. Там размещена специальная программа по заполнению декларации, где можно прикрепить сканы документов, подтверждающих сделку. Граждане обязаны представить эту декларацию и пропустившие срок будут привлечены к штрафу, минимальный штраф 1000 рублей. Размер штрафа зависит от суммы, подлежащей уплате. Это 5% за каждый месяц просрочки. И если налог так и не будет уплачен, налоговая начислит пени в размере 20% от суммы налога. Срок уплаты налога до 15 июля. Виктория Шарая, Сергей Баскин, «События».